I don't have any hesitation in giving some lecture. Честно говоря, у меня не возникает колебаний, если мне нужно давать какую-то лекцию. I have hesitation in giving morning service. Мне немножко сложно давать утренние службы. Especially when you guys are going fundraising. Особенно перед тем, как вы пойдете на фандрейзинг. Because then whatever result you make, kind of I'm responsible for. Потому что когда получается, что какой бы у вас ни был результат, я несу за него ответственность. It's fearful, actually. Это устрашает. I hope I can be inspired. Я надеюсь, что вы получите вдохновение. Тогда вы можете сегодня прорваться. Of course, you should not break through just so that I will feel that. Конечно, у вас не должно быть такая мотивация, что я прорвусь, чтобы Патрик себя плохо не чувствовал. Of course, it's not a bad motivation. Это не совсем плохая мотивация. You should have deeper motivation than that. Мотивация должна быть глубже, чем какая-то. So I don't know I'm going to be telling you something that's new. Probably you know already. Я не думаю, что я вам скажу что-то новое. Наверняка вы уже это все знаете сами. Just remind me. Просто напомню. So, anyway, when we're going fundraising or witnessing or anything, we're trying to accomplish God's will, right? В любом случае, когда мы идем собирать пожертвования, свидетельствовать, мы исполняем волю Бога, пытаемся. So we have to understand how to accomplish God's will. Поэтому нужно понять, как исполнить волю Бога. We can say simply how to bring victory in whatever we're doing. Проще говоря, как во всем, что мы делаем, одерживать победу. So the principle teaches us what is necessary for the accomplishment of God's will, right? Принцип говорит нам, что необходимо для исполнения воли Бога. Anybody know? Кто-нибудь знает? What two things are necessary for the accomplishment of God's will? Две вещи необходимые для того, чтобы исполнить волю Бога. Человеческая ответственность и ответственность Бога. So God's responsibility is the biggest one, right? Ответственность Бога большая. Symbolically we say 95%. Символически мы говорим, что 95%. But also it means man's responsibility. Также требуется, чтобы человек исполнил свою ответственность. It's very small compared to God's. В сравнении с ответственностью Бога это небольшая доля. Символически 5%. But if we have these two things, then God's will can be accomplished on earth. Но если это совпадает, то тогда воля Бога исполняется на земле. So it's the same for everything. Это верно для всего. There's work that God is doing and that God will do. Есть нечто, что делает Бог, и что Бог сделает. And then there's the work that we have to do. Но также есть нечто, что мы должны исполнить. So if we're talking about victory in fundraising. Если мы говорим о победе в сборе средств. Then what is God's responsibility? То в чем заключается доля ответственности Бога? It's preparing the whole environment and situation. В основном подготовить все условия и ситуации. God will prepare the place that you go. Бог подготовит место, в которое мы придем. Situations that you will come into. И ситуации, с которыми столкнемся. God will prepare the people. Бог подготовит людей. So that they will be in the right place at the right time. Они будут в нужное время в нужном месте.
They will be there when you are there. Будут люди, когда вы туда придете. Hopefully they will have money. Есть надежда, что у этих людей будут деньги. At the same time. В то же самое время. So they can make offering. Чтобы они смогли сделать приношение. So this is all God's responsibility. Это все есть доля ответственности Бога. Then, as fallen man, what is our responsibility? Но в чем состоит ответственность нас, как падших людей? Originally, man simply has to do good, we can say, very simply, just do good. Изначально человеку просто требовалось поступать правильно, делать добро. But since the fall, it's a little bit more complicated than that. После грехопадения немножечко ситуация усложнилась. We need to do something more specific. Нам нужно делать что-то более точное. So since the fall of man, what has been our responsibility? Какова наша ответственность со времени грехопадения человека? Fallen man or something. В чем ответственность падшего человека? Платить искупление. Always when we talk about fallen man's responsibility, we're talking about condemning. Всегда, когда мы говорим об ответственности падшего человека, мы всегда связываем это с уплатой искупления. We must fulfill and then be condemned. Иными словами, мы должны исполнить условия искупления. This is our responsibility. В этом наша ответственность. This is God's responsibility. А вот это вот ответственность Бога. Now, when we are fundraising, we easily forget this. Когда мы собираем средства, часто мы об этом забываем очень легко. We look at the environment. Посмотрим на окружение. And we think about, how am I going to find money here? И думаем, как я здесь отыщу денег? How can I make my goal here in this place? Я здесь могу в этом месте достигнуть моей цели? Look at these people. Посмотрите на этих людей. They don't look like I'm the kind of people I can make my goal with. Они вовсе не выглядят людьми, похожими на тех, через которых я свою цель могу исполнить. You find many situations that just don't seem to be good. Также многое случается, что не кажется хорошим. How can I make my goal in this kind of situation? Как в этих условиях я смогу достичь своей цели? When you're having a difficult time, these thoughts come, right? Когда сложно, такие мысли появляются. Often people say, always, anyway, I tried, but it's not working. И обычно люди говорят, я пытаюсь, но не получается. It's not working. Не пойдет. What is it, by the way? Что не пойдет? What's not working? То есть что не получится? God is not working? Бог не сработает. Well, no, yeah, of course God is working. Не, ну как же? Бог, конечно, сработает. And the principle is not working. Получается тогда, что принцип не будет работать. Well, no, of course, the principle always works. Принцип всегда действует. By the way, who's not working? Но тогда, что же не сработает? Yeah, well, maybe it's me. Наверное, я не сработаю. You're not working, that's the problem. То есть проблема в том, что мы не сработаем. I mean, whatever you are doing, still you're not fulfilling a divinity condition. Что бы я ни делал, если не получается, значит, все равно я не устанавливаю условия искупления. So this is, anyway, this is our fallen nature, irresponsible fallen nature. Это наша падшая природа, безответственность. And we always try to blame something else, but instead of looking at myself. Часто вместо того, чтобы смотреть на себя, мы обвиняем других. We're always talking about God's responsibility, forgetting mine. Мы ссылаемся на ответственность Бога, забывая при этом о себе. So always this should be our focus. Но нам нужно все время думать об исполнении своей ответственности. Don't worry about the rest. И не беспокоиться ни о чем остальном. If you're doing your responsibility, если я исполняю свою ответственность, then God will do His. Тогда Бог свою точно исполнит. You don't have to worry about His. Мне даже не нужно об этом задумываться. You can never do His anyway. Потому что все равно я за Бога ничего не смогу сделать. And can you prepare the people? Могу ли я подготовить людей?
you have this ability to make sure that the people with money are in the same place as you? Разве есть у меня способность сделать так, чтобы люди с деньгами пришли туда, где я нахожусь? You can prepare the spiritual world? Могу ли я подготовить духовный мир? No, you can't even see spiritual world. Я же даже не могу видеть духовный мир. So you have no ability to do God's responsibility. У нас нету способности исполнить ответственность Бога. It's too big for you. Это слишком много для so меня. Keep focusing on what is yours. Поэтому достаточно концентрироваться на своей ответственности. That's hard enough. И это достаточно сложно. And ours, it's always fulfilling indemnity condition. Но всегда с этим связано исполнение условий искупления. In that sense, it's relatively easy. То есть это относительно в какой-то степени. It's not so complicated. Относительно легко, не так сложно. Pay indemnity, okay. Платить искупление, хорошо, я буду платить искупление. There are different ways of paying indemnity. They're kind of simple. Есть разные пути уплаты искупления, но в общем-то не так сложно это. Really, you don't want God's job. It's much more complicated. Не желайте брать на себя работу Бога, потому что намного сложнее. So just fill in the condition. When we study about restoration, we know different ways of doing this. Установите условия искупления. Изучая проведение восстановления, мы знаем различные способы, как это сделать. And in general, we always find ways to deny myself. В основном все сводится к самоотречению. Physically or spiritually, some way to deny myself. Физически или духовно мне нужно найти способ отречься от себя. Deny my physical body, denying my concepts, my feeling. Я отрекаюсь от своего физического тела, от своих концепций, от своих чувств. And then we should do different things to remove our fallen nature. Также разные способы есть для устранения падшей природы. And basically, removing fallen nature involves doing, following your original nature instead of fallen nature. В основном избавляюсь от падшей природы я тогда, когда следую за своей изначальной природой и не следую за падшей природой. Overcoming your fallen nature and acting according to original nature. Преодолевая падшую природу, я могу действовать согласно желаниям изначальной души. So we know we do things like that. You have to unite. Able. Мы знаем, как это происходит. Я должен объединиться с Авелем. Humble. Я должен быть смиренным. Grateful. И быть благодарным. Repent. Раскаиваться. It's kind of internal things. Это более внутренние вещи. So, we know about this. Мы знаем обо всем этом. But and we try to do this. Пытаемся этому следовать. I'm denying myself. Отрекаться от себя, отрицать себя. For some people, they think that just fundraising itself is enough self-denial. Некоторые люди даже считают, что самого факта идти собирать пожертвования достаточно для самоотречения. Just for me to go and ask somebody for a donation. That's denying myself, that's enough. Самоотречение выйти и обратиться к человеку, попросить пожертвование, это уже очень сильное отречение. Yes, it is self-denial, but no, it's not enough. Да, это самоотречение, но этого недостаточно самого по себе. In the beginning, maybe, in the first day, it's enough. Может быть, для первого дня хватает. Spirit world will be inspired. Духовный мир вами вдохновится. Look, he actually spoke to somebody today. Смотрите, он с кем-то поговорил. Maybe third time fundraising. А когда уже третий раз вы идете на фандрейзинг? But the first time you actually said something to somebody. А, то есть, может быть, вы уже третий раз пошли на фандрейзинг, только первый раз сами что-то сказали человеку. All the other times you just went. Но до этого просто так ходили, катались. Nothing could come out. Ничто не исходило из уст. Today you finally said it's $50, but and that's it. А в третий раз наконец-то вы. That's all. That's where we might be inspired by this. But that's only in the first few days. After that, you better start to do more than that. Это работает на первые несколько дней, а дальше лучше предпринимать что-то еще. And sometimes, you know, we
We do things to remove alcohol in nature. I'm uniting with Abel. No problem. Иногда мы делаем вещи, чтобы избавиться от падшей природы. Думаю, я объединился с Арелем, не должно быть проблемы. I'm being humble. I'm being grateful. Буду смиренным, благодарить буду. I have the right attitude. И правильное отношение. But, although we should be doing this all the time, there are certain times when it's most important. Несмотря на то, что мы постоянно это делаем, есть моменты, когда это особенно важно. We should practice this naturally as our habit, but there are certain moments when you absolutely must practice it. Эти качества должны стать нашей привычкой, естественно, войти в наше поведение, но в жизни встречаются моменты, когда абсолютно важно это применять. Or you do not fulfill in every condition. Потому что от этого зависит, исполняю ли я или не исполняю условия искупления. And look at restoration history. Посмотрите на историю восстановления. We are talking about the indemnity conditions that certain central figures made. Мы говорим о тех условиях искупления, которые устанавливали центральные личности. And these people, they had long lives. Эти люди жили достаточно долго. And they did many things. Делали многое в своей жизни. But we don't talk about everything, right? Мы о всей их жизни не знаем, не говорим. We don't talk about their whole life. We don't talk about everything they did. Мы не говорим о всем, что происходило в их жизни. We talk about certain moments. Мы говорим о каком-то одном моменте. And certain situations. О конкретной ситуации. At that moment, in that situation, they needed to fulfill this indemnity condition. В тот момент, в той ситуации, им требовалось исполнить условия искупления. So some of these people, they were very, very, very good. But they failed at that certain moment. И несмотря на то, что люди эти вели очень хорошую, правильную жизнь, но именно в эти моменты они с ответственностью не справлялись. We can say that there are certain indemnity situations. Мы можем сказать, что бывают особенные ситуации искупления. Certain moments when now God is saying, okay, time to restore this. Время, когда Бог говорит, хорошо, сейчас восстанавливаю вот это. But if you cannot practice these things, in that situation, you do not fulfill the indemnity condition. Если ты не можешь следовать вот этому в этой ситуации, то ты тогда не можешь установить условия искупления. For example, like John the Baptist. Например, Иоанн Креститель. Do you think John the Baptist received persecution? Как вы думаете, преследовали Иоанна Крестителя? Sure. Конечно. He was persecuted by people. Люди его преследовали. It was not everybody who was, you know, happy with John. There were other people who were against him. Далеко не все его принимали с радостью. Были те, кто преследовал Иоанна. He had King Herod who was against him. И был царь Ирод, который тоже противостоял Иоанну Крестителю. Especially Herod's wife. Особенно жена Ирода. She wanted him killed all the time. Она все время подговаривала Ироду убить Иоанна Крестителя. But he kept his faith. Но Иоанн свою веру сохранял. He kept doing what God told him to do. Он продолжал делать то, о чем просил его Бог. It was not always easy. Это было не всегда просто. There were many temptations and many obstacles. Приходило много искушений и много ему нужно было трудностей преодолевать. But he kept faithful to God's will. Несмотря на это, Иоанн хранил веру в слово Бога. This was good. Это было правильно. But when was it most necessary? Но когда стало это наиболее необходимым? When he met Jesus. Момент встречи с Иисусом. When he met Jesus, that time also he had to be faithful to God's will. Когда Иоанн встретил Иисуса, то в тот момент тоже ему нужно было хранить верность исполнению воли Бога. And not worry about persecution. И не думать о преследованиях. Not worry about other people's opinion. Не думать о мнении других людей. Sacrifice himself. Жертвовать собою. Now he did these things before. Все это Иоанн уже делал раньше. I mean, actually, you know, he was a high priest's son. Он был сыном первосвященника. But how was John living? Но как жил? He's not living the life of a high priest's son. Он не жил подобно сыну первосвященника. He's wearing miserable clothes and he's living out in the desert. Он ушел в пустыню и носил очень несчастную одежду. He sacrificed himself. То есть он жертвовал собой. But when he needed to do this most is when he met Jesus. Но
Наибольшим образом все эти качества должны были проявиться в тот момент, когда Иоанн встретил Иисуса. But he couldn't do it then. Но именно в тот момент он не смог. Therefore he failed. И провалил ответственность. So what happens is we may be trying to do these things, but when we enter some difficulty. Что происходит? Может быть, мы пытаемся практиковать правильные отношения, но когда встаем в сложную ситуацию, that's the most important time to do this. Это наступление самого важного времени, когда нужно это исследовать. So basically you can say indemnity situations simply are difficult situations. Ситуации, в которых требуется платить искупление, иными словами, это всегда сложные ситуации. Maybe you receive some rejection. Когда вас отвергли. Persecution. Когда вас преследуют. Maybe you find you have no result. Или вы оказываетесь перед фактом того, что вообще у вас нет результата. Or some other external difficulty. Или подобные внешние трудности происходят. Like snow. Прежде снег. When you confront those situations, когда вы сталкиваетесь с подобными ситуациями, you must still be able to practice this. Нужно продолжать практиковать правильное внутреннее отношение. Seems like uniting with Abel, no problem. Например, с центральной личностью, без проблем. When he says something that I like. Если он мне говорит то, что я хочу слышать. Okay, so you should go fundraise this place. Пойди в это место фандрейзер. Okay. Хорошо. I'm uniting with Abel. Я объединился с Айлем. I like that place. Потому что мне самому это место очень нравится. How about when he tells you to go fundraise another place? А потом мне говорит другое место идти. There. Туда. Do you know how many times I fundraised there? А ты знаешь, сколько раз я уже туда ходил? You know how I never make result there? Ты знаешь, что мне никогда никакого результата там не удавалось достичь? In that moment. Вот в этот момент. You can't unite. Не можешь объединяться. I don't want this to become a different story, but this happens so many times. Я не хочу отклоняться от темы, но слишком часто это происходит. Central figure says this. Центральная личность говорит. In that moment. И в этот момент. You can't unite. Мы не можем объединиться. You can't accept it. Мы можем принять. I don't think so. Сражаемся. Then later you think about it, and you go, maybe he's right. And then you come to central figure. Actually, you were right. What should central figure say? Thank you. Thank you now for, you know, agreeing with me. I'm so glad that my direction meets your approval. I feel better now. Now I know that I'm right because you agreed with me. But the reality is in this situation, you failed to unite with central figure. Because the moment you should unite is the moment you receive that direction. Not later after thinking about it and considering and не позже, не после того, как ты поразмыслил, почитал. Because that does not involve self-denial. Потому что уже это не включает самоотречение. When you receive the direction, когда тебе дают указание, you don't understand how this works. Ты не понимаешь, как это может быть. By your viewpoint and concept at that moment. Твоей точки зрения, твоим пониманием в тот момент. You don't see how it can work. Невозможно. But you deny yourself and you unite. Но ты отрекаешься от себя и объединяешься. Anyway, he sent a figure. He must be right. Все равно центральная личность всегда права. Then you have fulfilled the condition. Тогда ты установил условия искупления. You cannot unite and later think about it and then unite. You have not fulfilled the identity condition because you missed the moment. Ты не можешь сначала не объединиться, потом подумать и объединиться, потому что это не будет условием искупления, уже пропущена ситуация. Like in fundraising, when somebody, you know, somebody rejects you in a very rude way. На сборе средств кто-то очень грубо вам ответил.
What's this? Что это? It's a picture. Гравюры у меня. Really? Гравюры? What do you do with it? А что ты с ним делать? You hang it on a wall? На стенку можешь повесить. Oh, God, no, I don't think so. Thank you. Спасибо. Then this feeling comes up, right? Понимаете, такое чувство? Stupid. Такой дурак. But at that moment, именно в этот момент, that's when you have to not judge this person. Важно не осудить человека. And just repent that you could not inspire him. Что ты не смог его вдохновить. Pray for him because he has such a miserable taste in art. Молиться, что у него не очень хороший вкус. If he cannot like this kind of picture, he'll have no joy in his life. Если он не будет любить наши гравюры, никакой радости к нему в жизни не придет. Because soon, ведь скоро, they'll be everywhere. Эти гравюры будут везде. On walls, and of course, so many fundraisers, everybody carrying them. На стенах, это уже у всех фандрейзеров можно видеть. He'll suffer. Он будет страдать. In fact, I really want him to learn to love these pictures before the next fundraiser comes. Я так хотел научить его любить эти гравюры, прежде чем другого встретить сборщика пожертвований. Probably be about 5 minutes. Через 5 минут. But at that moment, that's when you have to overcome your fallen nature. Вот это наступил момент, когда нужно преодолеть свою падшую природу. If at that moment you got upset, если ты рассердился в этот момент, you know, when you walked away, stupid. I hate these people. And then, you know, at the end of the day, you thought about it. Oh, my attitude was not so good. It's okay, but anyway, too late to make that amendment. Хорошо раскаяться в конце дня, но это уже поздно, условия искупления этим не установишь. You did not overcome at that moment. Потому что в тот момент не победил, не преодолел. So it's always like this. I can keep some good spirit, I'm humble, I'm grateful, everything, no problem. И всегда подобное случается. Я могу благодарить, могу смирять себя и правильные отношения, и никаких проблем. In many rejections. Даже если много преследований, no, thank you, no, thank you, no. Все равно я благодарю. No problem, no problem. But then one certain kind of rejection or response. Но потом какое-то особенное отвержение идет, или какой-то особенный ответ я слышу. Catches your fallen nature, right? То, что выхватывает мою падшую природу, вытаскивает наружу. In America we have many Pakistani people. В Америке очень много жителей Пакистана. They come from a certain kind of culture. Они приезжают из определенной культуры. Where they like to discuss the price of something. Им нравится обсуждать цену. So you say the price is this. Ты называешь цену. And they go, well, what about this? Они тебе свою цену. You go, no, it's this. Well, maybe ты this. Ставишься на свои, но они no. Тебе все время свое. No. You said $4 for $20. Ты говоришь $4 за $20. And they said, okay, how about $7 for $32? А как $7 за $32? No, it's $4 for $20, okay? I don't know what 7 is, anyway. Okay, how about maybe, you know, 3 for 18 or something like that. Right? I have no idea what they're talking about. It's always some different number. But anyway, they're trying to make it less. And after 10 minutes of this, you know, okay, forget it! God! Now you were good until this guy. But this guy is the identity situation. This is where you have to, anyway, pray for this person. As the principle says, gratefully endure. That's the moment you have to. Именно в этот момент. I felt this one for years. Я испытывал это годами. It's a long time before I could overcome these Pakistani people. То есть мне долго потребовалось, долгое время, прежде чем я мог преодолеть. You know what happened the day, the time that I did it? И знаете, что случилось тот день, когда я 15 minutes I'm talking to this guy. 15 минут я с ним говорил. And I walked out of the shop.
Я вышел из магазина. Anyway, he will suffer because of this. I, you know, I should not be upset. Он так not good. Страдать, yeah. Поэтому я его прощаю. And kind of finally overcame before something came out of my mouth. То есть я ничего не сказал, но преодолел внутреннее. Difficult because things come out very quick, right? Очень сложно, потому что обычно у тебя слова наружу рвутся. Few seconds. But this time I could overcome. And I started walking down the street. Even praying about him. Then I hear his voice. He was running behind me. And he said, okay. How much for four? $20. Okay, I'll take this one. I was shocked. So somehow I made condition, and then the spirit world really, you know, anyway, kicked him in the head after that. I said, hey! He's leaving! Go! You're right, I'm sorry. This is the time, right? Always, we can keep faithful and keep good spirit when making results. Но очень важно понять, что есть определенное время, то есть всегда нам нужно держать правильный дух и правильные отношения. Even thinking of God. И я могу постоянно думать о Боге. И результат идет. But no result. Потом никакого результата нет. And then you start to just think about yourself. Ты начинаешь думать о себе в это время. Oh, I have no result, and I'm so miserable. And you become hopeless and depressed and self-centered. Why do I have to be here? Why did it have to be snowing? Why, God, why you abandoned me? Oops. You were good until the result wasn't coming. But that was the moment. Think about God. Think about others, not about you. Совсем не думайте о себе, думайте о Боге, о человечестве. That was when you should have overcome that fallen nature. И тогда бы ты преодолел свою падшую природу. So these are the times we forget, right? Но в эти моменты мы забываем. In making good condition, we think, but in the important times, we fail. Даже устанавливаем правильные условия, как мы думаем, но в важном моменте их проваливаем. So we have to really determine ourselves. Нам нужно иметь решимость. That even in such difficulty, I will still practice like this. Что даже мне будет очень сложно, я продолжать буду с неизменным отношением. So maybe this wasn't on my notes, but anyway. What really helps is if before you start, you have some real determination. Очень помогает, если у нас есть решимость до того, как мы начнем собирать средства. I said you should make some true determination. Мы должны иметь истинную решимость, подлинную решимость. And you make determination for your goal, you make determination for what you're going to do. Решимость достичь своей цели, решимость в том, что я буду делать. Now you have your internal goal too, right? У нас есть внутренняя цель тоже. Which usually involves practicing these kind of things. И внутренняя цель включает как раз практику внутренних вещей. Deny myself or be grateful or я буду благодарить. Think of God. Или буду думать о Боге. Now you have your internal goal, your external goal. Есть две цели, внутренняя и внешняя. You should make true determination. Поэтому у нас должна быть истинная решимость. Before you begin. Прежде чем мы начнем. And usually this is through prayer. Обычно решимость обретается в молитве. But you should make true determination, not false determination. Но эта решимость должна быть истинной, не ложной. Now let me tell you the difference between true and false. Сейчас я вам объясню, в чем разница между ложной и истинной. False determination prayer, false determination, is when you think only of the goal, the victory.
чувство с падшей решимостью или просто ложной решимости, это тогда, когда вы постоянно нацелены на победу. То есть единственное, о чем вы думаете, это об исполнении цели и победе, которая обязательно должна состояться. And Father, I'm going to do this. And... Небесный Отец, я это сделаю. Today, you know, make 300,000. Yes, I know it. I'm going to think of you all day. I'm going to think of you. Yes. No. You're focusing on where you're going to go. The goal, you know, the victory. And you're very inspired. But you forgot what you have to go through to get there. Remember, to get there, you have to pay indemnity. Чтобы цель исполнить, нужно платить искупление. Paying indemnity involves difficulty. А платить искупление значит проходить через сложности. Paying indemnity involves confronting and defeating Satan. Уплата искупления это тогда, когда ты бросаешь вызов сатане и побеждаешь сатану. So if you think only of goal and victory, если думать только о цели и победе, but forget the difficulty. Но забыть о том, что будет сложно. Or forget that you have to fight Satan. Или забыть о том, что нужно будет победить сатану. You're going to lose. Вы проиграете. So what happens? Что произойдет? You pray like this. Вы так помолились. You're determined. Yes. Через... I'm going to go out. Пойду. I'm going to make big results. Принесу большой результат. I'm going to really think of God. Yes. И буду всегда думать о Боге. And then you go outside. Вы пошли с этой решимостью. And on the way, дороге, there's this indemnity situation where you have to fight Satan. So it's like walking into a boxing ring. Boxing. То есть это как вход на ринг боксерский. You walk in there and you're walking across on the way to victory, right? Just walking. Вышли из угла и идете. And then Satan comes. Сатана приходит. And punches you in the face. Он бьет вас в лицо. No! You hit me! Ты меня ударил. He said, of course. But that hurt, you know. Мне больно. My nose is bleeding too, you know. У меня нос в крови. What did you do that for? Зачем ты это со мной сделал? My job, I'm supposed to do that. Моя работа. Nobody told me about this? Никто не объяснял, конечно. But you don't understand, I was supposed to be victorious. I'm supposed to reach my goal. Я хотел цель мою достичь. Yeah, but you have to go through me first. But I prayed! Я ж молился! I don't care! Мне все равно! And then you're defeated so easy, right? Я так просто победили. You know, you're prepared for a big victory. Ты приготовил себя к big result. Победе, к великому результату. But if it's false determination, если это была ложная решимость, can you go out? Ты выходишь? And they reject. Ты ответный. The next person, and they reject. Yeah, he's already started thinking, hey man, I was supposed to make results. Why are they rejecting me? You're not supposed to reject me. And within half an hour, your determination is gone. And what have you decided? After 30 minutes, you have now decided that this is a bad day. You still have 6 more hours of fundraising. And you're going to meet different people, I think. But somehow you've decided that this day is already finished. There's no way I'm making results today. I might as well just go home. So you had this big balloon of determination. Большой воздушный шар решимости. And now он лопнул. It's quickly gone. Воздух вышел. Many people like this. Много людей подобных. We always do like this. Мы так поступаем сами часто. I can predict sometimes. Я иногда могу. You know these people that fly, you know. Yes, I want to go up. Yes, I'm gonna go. Yes, however you do. Yes. Пойду и сделаю. And then, you know, 10 minutes later, I see them on the street like this. I can't make results. Nobody buys. How many people did you talk to?
Three. So don't do like this. You lose, surely you lose. True determination. Of course, yes, you also think of goal and victory. But you prepare for the difficulty. You know it's going to be difficult. You know Satan exists. You know he will fight against you. So first you are prepared for the difficulty, then you think of victory. And the attitude is, this is maybe one of the most important words in the unification movement. Anyway. Anyway, keep going. Anyway, keep going. Definitely it's the most important phrase for a fundraising team leader. То есть это абсолютно самая ключевая фраза для капитана команды фандрейсинга. Member says, this is my result. Вы говорите, вот такой у меня результат. I see. Anyway, keep going. Продолжай. Now some people don't like this, but I'll tell you, you know where we got this from? Некоторым людям это не нравится. Вы знаете, откуда это идет? You want to know who says this all the time? Знаете, кто все время это говорит? True Father. Истинный отец. He said this all the time. Он говорит об этом постоянно. Father, it's impossible. Ему говорят, отец, невозможно. Mother's supposed to speak at the United Nations tomorrow. Завтра мы выступать в Организации Объединенных Наций. But still, we don't have a place for her to speak. А у нас нету места, где она будет выступать. What should we do? Что делать? Anyway, keep going. Чтобы не было, продолжайте пытаться. True, Father did like. То есть отец так говорит, что все равно продолжайте. You're so shy. What did Father say? Keep going. And that's it. So you pray like this. My Father, I want to make 300,000. And I'm going to think of you. Even though I slip and fall in the mud. Anyway, I'm going to do it. Even if someone beats me up. Anyway, I'm going to do it. Even they shoot me in the arm. Anyway, I'll do it. Even the apartment building falls on me. I like it. Still going to do it. Even the whole city explodes. No problem. It's exciting. I'm still going to do it. And you're so determined that when you walk into that ring, you go, come on. Go ahead. Давай, давай, давай. And you know what Satan will say? Oh, I actually have an appointment. I'm very busy. See you. And maybe, you know, maybe he will hit you. Boom. And you say, that's it. That's as good as you can do? Yes, bye. If you have this kind of determination, you'll go through difficulty and you didn't even notice. And then the difficulty just disappears. But of course you should be careful. If you want to make this kind of determination, you better really make it, okay? No, don't say it and not mean it. Because whatever you say, God hears it, and Satan hears it. And Satan goes, oh, right. You think so, huh? No, ладно. Good luck. Удачи. I did like this one time. In the morning.
determined. Решился. Father, Небесный Отец, no matter how much I am rejected, сколько бы меня не отвергали, I'll still make my goal. Я все равно достигну цели. I don't care how long it takes. Не важно, сколько времени пройдет. I don't care how many people reject me. Не важно, сколько людей меня отвергли. Still, все равно, I'll reach my goal. Я достигну цели. I'll do it. Я это сделаю. And Satan said, okay. Она говорит, ну ладно. He said, God, can I deny him? Can I reject him? Могу его подвергать и подрицать. God said, yeah, okay. Он говорит, ну давай. He said it, okay, you can do it. Потому что он же мне пообещал, поэтому... I don't know what's going to happen, but... Я не знаю, что произойдет, но... Stupid guy, why did you say that? Глупый, наговорил глупости. I received a lot of rejection. Меня отвергали много. In the beginning, it was not so bad. Вначале еще не так сложно. Simply, I don't have money. То есть не было результата? No, the people are saying to me, I don't have money. Люди мне говорили, нету денег. Or, no, I really don't like them. Или говорят, мне не нравится то, что я принесу. Then they started saying, I'm not interested. Потом человек говорил, уже люди стали дальше говорить, мне неинтересно. Then, before I finished my sentence, they said, I'm not interested. Они стали говорить, что я не заинтересован до того, как я заканчивал объяснять. Hi, I'm fundraising. No, thank you. Потом я говорил, здравствуйте, вот я собираю пожертвования, сразу меня прерывали, говорили, достаточно, уходи. Then, I would walk into the office or into the shop. Потом я только заходил в офис или в магазин. And before I started to say anything, я не успевал даже рта раскрыть. I would smile. And they said, no, thank you. Goodbye. Спасибо, до свидания. And then I would just open the door. Hi. Goodbye. До свидания. Then they wouldn't even let me open the door. They're all communicating to each other. They knew I was coming. I came to the door. And someone's right there. И уже кто-то в дверях меня встречал и отвергал. I was getting denied more and more. То есть степень была все глубже и глубже и глубже от течения. And all the time I was thinking, anyway, next. Я думал, ну что, следующий. Anyway, next. Следующий. And at this point, I thought, maybe no way. No. These thoughts come, right? No, you'll never make it. It's impossible. You have no results. Today is no good. Give it up. You're wasting your time. Just lay down and die. Yeah. But at that moment, anyway, next person. And from that moment, everybody started buying. From then until the end of the day. And actually, when the first person bought, I stopped and I cried. And that's when I realized how long it had been. 3 hours straight. Nothing. Complete zero. Absolute zero. I'm glad I didn't look at my watch before. Я был счастлив, что раньше не взглянул на часы. Would have been depressed sooner. Потому что это меня ввело бы в депрессию раньше. So anyway, if you're gonna do this, please do it wisely. Поэтому если вы хотите сложности, если вы просите сложности искренне, то делайте это мудро. Вы будьте подготовлены к этому. But this is the way that we will fulfill in them the condition. This is where we fulfill in them the condition. Это как раз способ исполнения условий искупления. То, как устанавливается, исполняется. And Father taught us this way of indemnity. Отец учит нас пути искупления. We're filling indemnity condition. Отец учит способу исполнения условий искупления.
back in the 1950s, late 1950s. Если возвращаться к 50-м годам. When there was so much persecution in Korea. В начале 60-х, в конце 50-х было очень большое преследование в Корее. Father was educating the members this way. Отец так учил своих последователей. Teaching them this way of indemnity. Он объяснял ему закон от искупления. To prepare them for what they will have to do in the future. Он хотел подготовить их к тому, что случится с ними в будущем. And Father, anyway, God is very creative, right? Бог очень изобретательный. God is maybe the most creative being in the universe. Наверняка Бог самое изобретательное существо во всей вселенной. So then who's number two? А кто на втором месте? Messiah. Мессия. Father is incredibly creative. Отец необычайно изобретателен. Father thinks of things that no one else can think of. Он может придумать такое, что никому в голову не придет. He sees things in ways nobody else can see them. И он воспринимает вещи таким образом, что никто не воспринимает. So Father did many very creative ways of training people. Поэтому отец придумывал самые изобретательные способы для тренировки людей. So one morning Father told everybody, okay, today we're going hunting. Однажды утром отец сказал, пойдем на охоту сегодня. Hunting? Good. На охоту? Yeah. There's some nice hill, there's many really wild pigs, little ones, wild boars. Они собрались идти на холм, там кабаны водились. I know where there's many, but let's go hunt. Там много кабанов, пойдем на них охотиться. Okay. Хорошо. All group of brothers and sisters are following Father. Группа братьев и сестер пошли за отцом. Somebody says, but Father, you know, how can we all go hunting? Некоторые стали говорить, отец, как же мы все будем охотиться? We only have one gun. У нас только одно ружье. I said, don't worry, God will provide. Не беспокойтесь, Бог даст. So, anyway, they came to this hill. Они зашли на этот холм. Father said, we'll do like this. Дед сказал, поступим так. I will stand on the top. Я встану на вершину. With the gun. С ружьем. And I want all of you to stand all around the bottom. А все вы должны окружить этот холм у подножья. Completely surrounding the bottom of this hill. Полностью окружить этот холм. And then when I give you the signal, когда я вам дам знак, everybody run up the hill, same time. Вы все бегите на холм в одно и то же время. One condition. Одно условие. You have to run perfectly straight. Нужно бежать прямо, абсолютно прямо. From where you're standing to the top. Той точки, в которой вы стоите, до вершины. Don't go right or left. Не поворачивайте ни направо, ни налево. Just straight. Просто прямо. Okay, alright. So Father gave the signal. Отец дал знак. And everybody starts running. Все побежали. Straight up. Прямо. Now, the boars that are on this hill, and animals. Животные, которые жили на этом холме. They see all these people coming up. Они увидели, что бегут люди. There's only one direction they can go. Поэтому они могли сами бежать только в одном направлении. Right up to where Father's standing. В вершине, там, где стоял отец. So our Father didn't even have to move. Поэтому отцу даже не нужно было двигаться. Oh, just standing there. Because they're all running up to Father. Ему бежали животные, которых он мог вести. So that night they had a really big dinner. Everybody's so happy. And then Father said, so now everyone understands the way of indemnity, right? What are you talking about, Father? We just went hunting pigs. What do you mean in that way of indemnity? So Father said, no, the way of indemnity is like this. Because you see, this hill is not so nice and smooth. Вы видите, что этот холм не такой-то уж покатый, не такой уж приятный. There are holes. Там есть ложбины и камни. There were thorn bushes. Кусты с колючками. And they had to run through these things. Нужно было бежать по прямой через. They could not go around. То есть нельзя было оббегать как-то. They had to run through this hole. То есть нужно было эти ямы проваливаться. Thorn bushes. Прорываться через колючки. So they got a little bit cut and bruised and little pain. Конечно, какие-то повреждения получились. So it was not so easy. Не так все просто проходило. Father said, this is
The way of indemnity, the way to bring victory. The idea is that you go straight to the goal. Вы должны идти прямо к цели. And you go through the difficulties and obstacles. Вы идете прямо к цели, проходя при этом трудности и сложности. Don't avoid it. Не избегайте их. Don't avoid difficulty, don't avoid obstacles. Не избегайте преград, не избегайте сложных ситуаций. And then when you've gone through that difficulty, you will find God is waiting on the other side. Когда вы пройдете через сложности, то вы увидите, что за ними вас ждет Бог. God and victory are on the other side. Вас ждет Бог и победа. So Father, explain, if they had not run straight up the hill. Отец объяснил, что если бы вы не побежали по прямой. If they went around this hole or they went around these bushes. Если бы стали обегать пустые ямы. That would have provided space for these pigs to escape. Образовалось бы пространство, дающее возможность животным убежать. While they're going around the bush on one side, the pigs will go around on the other side and escape. Пока вы оббегаете куст с одной стороны, кабаны с него с другой убегают. And they would have been fasting for dinner. И, конечно, кабаны быстрее, чем люди. No. И тогда... They would have been posting for dinner. But because they did like this, they had a lot to eat, right? Но из-за того, что они поступили правильно, у них нет поста. So then, this is what Father would have them do substantially when he asked them to go out pioneering witnessing. И потом субстанциально отец попросил это же повторить, когда они поехали пионерить, свидетельствуя. So much difficulty, so much negativity, but anyway, we go out. Очень много преследований, очень много сложностей, и все равно мы идем вперед. We don't avoid, we welcome it. Не избегаем, а приветствуем сложности. Because even though great difficulty, I go through it, great blessings on the other side. Потому что несмотря на то, что очень сложно, но я прохожу, и потом становится очень хорошо, благословение. And if you have this kind of thinking in the midst of difficulty, если посреди преследований думать таким образом, not so difficult. То и преследование кажется не таким уж сложным. Internally you don't feel so bad. Потому что ты внутренне не ощущаешь. We can actually be happy in that difficulty because we know there's victory on the other side. Даже можешь чувствовать счастье, проходя через сложности, потому что предвкушаешь победу. That's why we can have such an attitude, that's being grateful in the face of difficulty. И тогда у тебя может естественно быть благодарность. So even if you have this attitude, you willingly go into a difficult place because there, I can meet God. Таким отношением человек сам стремится выбрать самое сложное место, потому что знает, что он встретит Бога, пройдя через эту сложность. I don't know what's gonna happen. Я не знаю, что там со мной случится. I can't even see how I'm going to bring results. Я даже не представляю себе, как я там могу принести результат. In this kind of place. В этом месте. In this weather. В такой погоде. With this stupid product. С таким ужасным продуктом. I can't imagine. Making such a result. But anyway, I want to do it. Но тем не менее я хочу это сделать. I want to go into that difficult place because there, anyway, I know God is. Я хочу пойти в сложное место, потому что я знаю, что там меня ждет Бог. So always when we're going out, we have to prepare for a difficulty like this. Поэтому всегда, когда мы выходим. Мы должны готовиться к сложностям подобного рода. Our attitude is, I don't avoid, I go into it, even more. И отношение должно быть таким, что я все равно не буду прятаться от этих сложностей, наоборот, я буду через них идти. And the most difficult place, that's where I want to go. В самое сложное место хочу пойти. That's where you meet God, and that's where you find the greatest victory. И там я встречаю Бога, и там меня ждет самая большая победа обычно. And it all goes back to this, because that's where you will pay. Потому что это возвращает нас к тому, о чем мы вначале говорили. That's where you make this condition, then you see God working victory.
Таким образом, мы устанавливаем условия искупления, и Бог через нас одерживает победу. Easy place, easy situation. You cannot fulfill an empty condition. Легкое место, простые ситуации не позволяют установить условия искупления. Therefore, you'll never meet God in those places. Поэтому в таких местах Бог нас не ждет. You'll never see victory in those places. Это означает, что и победы я там не одержу. So I'll leave you with one point you can think about. Actually, you're going through difficulty, you're in the same place as Heavenly Father. So is Heavenly Father. Я думаю, что это тот момент, в котором важно думать. Мы проходим через сложности, это в точности то, как живет Небесный Отец, потому что Небесный Отец в таком же положении. Those who never experienced difficulty or hardship understand nothing about Heavenly Father. Человек, не испытавший сложности, не прошедший через трудности, никогда не может понять Небесного Отца. That's right. Substantially, when we go through difficulty, we are standing very close to God. Поэтому субстанциально, проходя через сложности, мы приближаемся к Богу. Other people make good results and I made no result. Then what happens?
Конечно, еще худшая ситуация для тебя, если у других хорошие результаты, а у тебя нет результата. Что тогда происходит? I paid indemnity for you. Я за вас платил искупление. I paid indemnity for the whole team to break through. Я заплатил искупление, чтобы вся команда прорвалась. You all should appreciate me. You made good result because of my indemnity. И вы должны меня оценить по достоинству, потому что ваш результат стоит на основании моих страданий. Something wrong with this, right? С этим что-то не так. Now, of course, these kind of things can happen, but I think it's very obvious when this happens. Конечно же, подобные вещи происходят, но когда они происходят, это всем ясно, видно. If one person is truly paying indemnity for others, it's kind of obvious, actually. То есть очевидно, когда вот один человек так платит искупление за всех остальных, бывают такие случаи. And I think usually it involves something like that. An accident, getting arrested, not simply no result. И обычно это связано не просто с тем, что человек приходит без результата, а с какими-то серьезными происшествиями или с тем, что его забирает милиция. And of course, if people start to think this way, right, that no result means indemnity day, or no result means I paid indemnity for everybody else. То есть начать так думать, что если нет результата, значит у меня день искупления. Если нет результата, то я платил искупление за всех остальных. Eventually what happens? То тогда что случится? Well, everybody starts to pay indemnity for everybody else. Все начнут платить искупление за других. And one day everybody's paying indemnity for everybody, but nobody made result. И наступает день, когда все платят искупление друг за друга, и никто никакого результата вообще не приносит. Obviously something wrong, right? Очевидно, что-то неправильно с этим. So, yes, when it's difficult and when no result, we have to think of indemnity, but we have to be careful how we think of it. Конечно же, когда сложно и нет результата, то мы должны думать об искуплении. Но наше отношение должно быть правильным. Of course, you went through difficulty for the sake of paying indemnity. Yes, that's why it's difficult. Мы проходим через сложности во имя искупления. Конечно, поэтому всегда сложно бывает. But it's still no result. Но если все равно результата нету. It's still no victory. Если все равно я не могу одержать победу. Still God's will is not accomplished. Если я не могу исполнить волю Бога. You did not finish paying indemnity. Это означает, что я недостаточно плачу искупление. You may have paid something, but you did not pay enough. Какую-то часть я могу выплатить, но значит, что еще недостаточно. Like what I showed yesterday, accomplishment of God's will, God's responsibility, man's responsibility. Я говорил об этом вчера. Исполнение воли Бога включает ответственность Бога и ответственность человека. If you did your responsibility, если я свою ответственность исполнил, surely you would see God do his and you would see result. То обязательно Бог свою ответственность тоже исполнит, результат придет. So it means even though you were doing something, but it's not somehow, it's not enough. Но вот в этом случае, если вы делаете что-то, но результат не приходит, означает, что вы делаете недостаточно. So basically, when we have the situation, we should think, okay, everything, whatever indemnity condition that was needed, was not fulfilled yet. И когда я оказываюсь в такой ситуации, я должен думать, что недостаточно еще искуплений. That doesn't mean you were doing nothing. Это вовсе не означает, что вы все делали неправильно. You were doing something. То есть вы что-то хорошо делали, что-то исполняли. But still, the condition that was needed not yet fulfilled. Но требуется больше условия. Now this can be for, possibly two possible reasons. На это есть две возможные причины. Because of some maybe specific mistake you made. Может быть, вы какую-то ошибку сделали. There may be something that you did wrong during the day. То есть, может быть, что-то в течение дня вами сделано было неправильно. At some point you became a satanil, then this would be a mistake. С вами такая ошибка допущена. Or simply, you didn't do enough. Not enough. Или вторая причина, что просто недостаточно вы вкладывали усилий.
So either one. Одно из двух. Sometimes people like to focus on the mistake. What mistake did I make? Иногда люди начинают думать о том, какую я ошибку совершил, что же за ошибка была. No result. Нету результата. I must have done something wrong. Значит, я что-то не так сделал. What did I do wrong? Начинает думать человек, что не так. And they sit there trying to think, what did I do человек останавливается, садится и на это концентрируется. В чем была ошибка? Thinking. Думает. God, what did I do wrong? Бога, что такое I must have done something wrong. And then already it's 6 o'clock and finished. Many times like this. No, I wanted to keep going, but I knew I did something wrong. And I wanted to fix it first. But I couldn't figure out what it was. If I don't know what was wrong, then I can't fix it, right? So I couldn't keep going. No point, of course, right? No point to keep going if I don't fix my mistake first. Правда же, нет смысла продолжать, если я сначала не исправляю свою ошибку. I knew one sister, she did this almost every day. Я знала одну сестру, которая так поступала каждый день. I always had to stay around her area. Мне приходилось все время где-то поблизости находиться. So I could see when she went to sit down, think about her mistake. Я все время фиксировала этот момент, когда она усаживалась и начинала думать о своей ошибке. Because if I didn't stop her, she would be there all day. Потому что если бы я не приходил и не поднимал ее, то она бы так сидела целый день. So you have to realize that sometimes you made a mistake and you will never figure it out until the day's over. Нужно понять, что может быть вы совершили ошибку, но вы не поймете о ней, пока день не закончится. Basically, until God gives you the same situation again, and then you remember, yeah. То есть до того момента, когда Бог не даст вам опять такую же ситуацию, вы не можете вспомнить, что вы сделали не так. Because if you made a mistake, you can be sure God will give you the same situation so you can identify your mistake. То есть нужно быть уверенным, что если ошибка совершена, Бог даст такую же ситуацию, чтобы эту ошибку искупить. But sometimes it's no specific mistake, just not enough effort. You did not pay enough yet. А иногда и нету никакой причины, нет никакой ошибки, просто недостаточно еще доплаченное искупление, нужно делать больше. And in the end, it doesn't matter which one is the problem. It doesn't matter. И в конце концов, не важно, в чем проблема, какая из этих двух причин. Because what you should do is the same. Потому что выход один и тот же. For either situation, for both situations, в каждой из этих двух ситуаций, you simply repent. Нужно раскаяться. And people say, well, how can I repent if I don't know what I did wrong? Некоторые люди говорят, как же раскаяться, если я не знаю, что сделал неправильного? Very easy. Очень просто. Do you have results? Есть ли результат? No. Нету. Well, you have something to repent. Поэтому раскаивайся. That's not so complicated. Не так сложно. Always there's something to repent. Very easy. Всегда есть за что нам раскаяться. Even I don't know any specific thing, but anyway, I have not been able to bring victory yet. I should repent. Даже если каких-то конкретных нету причин, но все равно я победу еще не одержал, поэтому я раскаиваюсь. I have nothing to show in front of God. I should repent. Мне нечего принести Богу, поэтому я раскаиваюсь. But repentance should always be accompanied by redetermination. Но всегда раскаяние должно сопровождаться обретением новой решимости. In fact, that this is actually a natural part of repentance itself. Само раскаяние включает в себя новую решимость, естественно. Actually, you can't have repentance without this. Если ты по-настоящему раскаиваешься, то к тебе решимость придет, иначе быть не может. In one sense, repentance without redetermination is just self-pity, basically. Если ты раскаиваешься, но решимость у тебя не появляется, значит, ты просто жалеешь себя. I'm so terrible. I'm so miserable. Я такой ужасный, я такой несчастный. Everybody remember Brother Sun, Sister Moon? Помните фильм «Брат Солнце, сестра Луна»? Guy sitting there
Forgive me, Father, I'm a miserable sinner. Forgive me, Father, I'm a miserable sinner. And then Francis says, I think God heard you the first time. And what? So we always have to redetermine, okay, I still have something to do. То есть я раскаиваюсь и опять же должен обрести новую решимость, что хорошо, мне еще нужно что-то делать. And then you go forward, you keep going. И потом я иду с новой решимостью вперед, продолжаю. And what to do then is deny myself more. Make more conditions. Далее что мне нужно делать? Мне нужно самоотречение еще в большей степени, чтобы было больше условий. If I was not doing enough, okay, I should do more. Если до этого я не делал достаточно, значит после я должен еще больше делать. If I made a mistake, I should deny myself more to indemnify. Если я ошибку совершил, значит мне нужно больше самоотречения, чтобы ее искупить. Actually, it's very important that we should not just continue the same. Очень важно не продолжать просто как рутину. Of course, indemnity can be paid by denying yourself for a certain time period. Конечно, искупление платится, когда ты себя отрицаешь в течение какого-то промежутка времени. But especially in fundraising, you have a kind of limited time period. Но особенно при сборе пожертвований у нас времени не так много. Maybe one day is not enough. Может быть, даже дня недостаточно. If you're only denying yourself this much, если ты столько себя отрицаешь, настолько. This is your standard of self-denial. Если это ваш уровень самоотречения. To reach victory, you have to keep this standard for some certain period of time, maybe. Может быть, с таким отношением тебе нужно продолжать определенный промежуток времени. Maybe 3 days. Может быть, 3 дня ты должен идти. If you could keep this 3 days, then you can bring victory. Сохраняя такое отношение, тогда придет победа. But you don't have that kind of time. У нас нет такого времени. So therefore, you have to deny yourself more. Поэтому нужно от себя отрекаться в большей степени. If you deny yourself this much, если я это сделаю, then you only need to do this for about 2 hours. Но тогда время сократится. То есть 2 часа мне потребуется при таком уровне самоотречения, чтобы достичь победы. So it works like this. Так срабатывает. So if result is not coming, but you're denying yourself, you have to think, I should deny myself more. Если я отношусь к сбору пожертвований с самоотречением, а результата нет, то я должен думать, как от себя отрекаться еще больше. You can keep going with the same standard, but it will take time. Ты не можешь продолжать с тем же отношением. То есть ты можешь, но это больше времени потребуется. The better thing to do is find something more to do. Лучше в этой ситуации найти какой-то новый способ, новый подход. This is always Father's attitude when experiencing some difficulty, something is not working, Father's going to find something more to do. У отца всегда такое отношение, когда он испытывает сложную ситуацию, он всегда находит способ, чтобы сделать в этой ситуации что-то большее, чем он делал раньше. In the 1970s, when Father wanted to make this national level foundation in Korea, в 70-х годах, когда отец хотел установить национальное основание в Корее, Father set up one condition. Отец устанавливает одно условие. By having the blessed wives go out for 3 years, leaving their families. Просит благословленных жен оставить свои семьи на 3 года, быть на передовой. Father also had these seminars through the Federation for Victory Over Communism, also seminars for Christian ministers. Отец также проводил семинары «Победа над коммунизмом» и семинары христианских проповедников. But still, the nation was not changing. Но все равно нацию это не изменяло. Still, the government is against, Korean government was against Father, still the churches were against Father. Корейское правительство продолжало преследовать отца, и церкви христианские тоже продолжали противостоять ему. So Father doesn't have so much time. Father should make this foundation, fulfill this foundation by 1975.
Отца не было долго времени, он должен был к 75-му году закончить установление основания. So father decided to make more condition, that's why father went to America. И отец решил сделать условия в большей мере и поехал в Америку для этого. My father trying to do this public speaking tour in America, this was making more condition. Когда в Америке отец выступает с общественными речами, то это как раз являлось большим условием искупления. So many times father's doing like that. Много раз отец поступал подобным образом. Did something, but still not enough, so then do more, something more. Он делал что-то, видел, что еще недостаточно, и тогда делал в большей степени. So this is practically what we can do. Вот это вот практически то, что мы можем сделать. Now the other difficulty we have when we're in this kind of situation. Но еще есть другие сложности, которые к нам приходят, когда мы сталкиваемся с такими ситуациями. We can start to think about ourselves. Часто мы начинаем думать о себе. Basically always in some difficult situation, I start to think about myself. В основном всегда в сложной ситуации я начинаю думать о себе. I have no result. Это у меня нету результата. I can't break through. Это я не могу прорваться. I'm suffering so much. Я такой страдалец. But if you do like this, you make your problem even worse. Если мы так поступаем, то наши проблемы еще сильнее. That's why even sometimes trying to think about your mistake easily becomes selfishness. Даже часто обдумывание своей ошибки приводит к эгоистическим чувствам. What's wrong with me? То есть я думаю, что со мной неправильно. Why can't I break through? Почему я не могу прорваться? What did I do? Что мне нужно делать? It's very easy for it to turn into not repentance, but self-pity or self-accusation. Очень просто это раскаяние может обернуться сожалением по поводу себя самого. So be careful. Do not think of yourself. Будьте осторожны и не думайте о себе. Because again, it will become just self-pity. I'm so miserable. Потому что опять же это станет только чувством жалости к себе, чувством того, что я вот такой вот несчастный. Or self-accusation. Или это перейдет в самообвинение. I'm so bad. Я очень плохой. This will just bring your spirit down. И все это ваш дух снизит. You lose spirit. Приведет к тому, что дух упадет. Your spirit becomes weaker. Наш дух станет после этого слабее. And victory becomes even more difficult. Достичь победы будет более сложно. You're so depressed. Потому что я впаду в депрессию. That's why, again, this part is important. Поэтому опять же очень важно набраться новой решимости. When you're repenting, maybe you think you're thinking about yourself, your mistakes, your problems, your limitations. Когда я раскаиваюсь, то может быть я думаю о себе, о своей ошибке, о своей проблеме, о своих ограничениях. Kind of, but not so simple. То есть так получается, не так просто. But when you're redetermining, that's when you're really thinking of others. Но когда ты обретаешь чувство новой решимости, вот это вот момент посвящения себя общим целям. And that's when you should be thinking of God. То есть вот в этот момент нужно думать о Боге. I'm not breaking through, but Heavenly Father needs me to break through. Что я не могу прорваться, но Небесный Отец нуждается в том, чтобы я прорвался. For Heavenly Father, I have to do more. Поэтому для Небесного Отца я должен сделать больше. Or you think of true parents. Или можно думать об истинных родителях. So true parents are trying to save this whole world, but they cannot do it by themselves. Истинные родители пытаются спасти весь наш мир, но они сами по себе не могут этого сделать. They need me to do my part. А
Они нуждаются во мне, чтобы я исполнил свою часть ответственности. Even, you know, my responsibility today is relatively small. Даже если моя ответственность сегодня достаточно небольшая. Doesn't look like much. То есть не выглядит особенно сильной. But it has that much value. Ценность духовная очень большая. So for your parents' sake, I have to break through. Поэтому ради истинных родителей я должен держать победу. And you can think of others, think of people. Можно думать о людях других. Are these people that you're fundraising to, they need to make an offering. Я обращаюсь к людям, потому что им нужно сделать приношение. And you cannot save these people, you cannot save this city or this nation without them making offering. Не делают приношения, значит, их жизни не могут быть спасены. Жизнь их семей и жизнь этого города не может быть остановлена. So if I'm not making results, I cannot blame them, because I'm the responsible person. Если у меня нет результата, то я не могу в этом обвинить людей, которым подхожу. Ответственность лежит на мне. Somehow God is not able to work through me, or somehow the spirit world will not respond to me. Но получается, что Бог не может через меня работать, или духовный мир не может откликнуться на мои усилия. So therefore, I must break through something. Поэтому что-то мне нужно в себе изменить. So that these people can make an offering. Для того, чтобы люди могли через меня сделать приношение. And when you do like this, когда я так поступаю, your spirit goes up. То тогда Бог поднимается. Spirit raises up. Мой дух растет. And that's what redetermining is about. Вот это как раз связано с новой решимостью. Because, you know, of course, maybe I'm bad, I did something wrong, but why should I be better? Конечно же, может быть, я плохой, может быть, я ошибки допустил. Почему мне нужно лучше быть? Why would you want to change? Почему я хочу изменить? Just for the sake of yourself? Просто ради себя? Because I'm so miserable. Я такой несчастный. As a failure. У меня ошибка. I hate failing. А я ненавижу. Therefore, ошибки. I want to change so I can be victorious. Поэтому я хочу все изменить, чтобы быть победителем. So I can feel better about me. Тогда я буду ощущать радость. It's not going to carry very far. Но это меня далеко не продвинет. Because eventually you can be satisfied with your effort, even though no result. В конце концов, даже если не будет результата, ваши усилия вас удовлетворят. It's true, right? You're working hard, you feel satisfied by working hard. Я вложился тяжело, трудился напряженно, я чувствую удовлетворение. Even though no result. Результат нет, но ничего. But honestly, can other people be satisfied by your working hard? Ну, честно говоря, даже несмотря на то, что вы так напряженно работали, можете ли это удовлетворить других людей? You worked hard, but those people could not make offerings, so are they satisfied by this? Другие люди не смогли сделать приношение, удовлетворены ли они вашими усилиями? You worked hard, but God's will was still not accomplished. Can God be satisfied by this? Вы напряженно вкладывались, но воля Бога не исполнена, поэтому может ли Бог чувствовать удовлетворение? No way. Конечно, нет. So in order for us to really redetermine, we should think of others. And that will inspire us to do more. Поэтому для того, чтобы нам обрести новую решимость, нам нужно думать о других. И вот это вот позволит нам идти вперед. I made a mistake, maybe I didn't do enough. But anyway, for God's sake, for your parents' sake, for these people's sake, okay, I should do better. Может быть, я сделал ошибку. Может быть, я вкладывал недостаточно. Но все равно, ради Бога, ради этих людей, я пойду и буду делать больше. That's why repentance and redetermination does not leave you depressed. И поэтому, когда ты раскаиваешься, и когда к тебе приходит новая решимость, то это ничего общего с депрессией не имеет. If you offered a repentance prayer and you finished, and you're now depressed, you did something wrong. В раскаянии закончил у меня депрессия, означает, что я не раскаялся по-настоящему. You forgot to redetermine.
потому что ты молился, но забыл обрести новую решимость. Because you forgot to think about God and parents. То есть получается, что ты забыл подумать о Боге, об истинных родителях, о человечестве. And really, it's, you know, it seems, maybe it seems strange to do that. Может быть, кажется странным поступить таким образом. You're having difficulty. Ведь вам сложно. You're not breaking through. Вы не прорываетесь. You have some problem. У вас есть проблема. So, think about others. И при этом думайте о других. Seems strange, right? Кажется странным. Oh, I'm having a problem. I should be thinking about my problem. У меня есть проблема, поэтому я должен думать о своей проблеме. No. Usually doesn't help. Обычно не так. But if you think about others, you forget about your problem, and that lifts you beyond your problem. Если я думаю о других, то я забываю о своей проблеме. Это поднимает меня над собою. And if you think about it from God's side, давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения Бога. You're really suffering. Я страдаю. Being rejected. Меня отвергают. Not breaking through. Я не могу прорваться. But in your suffering, но в ваших страданиях, you're praying for others. Вы молитесь о других. And the Father will be so inspired about you. Небесного Отца это очень вдохновит. And the Father really say, oh, this is my son or daughter. Небесный Отец скажет о вас, что это мой сын или моя дочь. And the Father want to come so close to you. Небесный Отец захочет быть с вами очень близко. Because the Father is like this. Потому что Небесный Отец такой. And the Father's suffering is more than anybody can imagine. Страдания Небесного Отца непредставимы для нас. But still, Heavenly Father spends all of His time living for the sake of others. Но Бог продолжает все свое время жить ради других. Asking nothing for Himself. И Он ничего для себя не просит. And of course, true Father, the same. Истинный Отец поступает точно так же. So if we do like this, then automatically you can lift yourself out of this difficulty. Если я поступаю подобным образом, то естественно я поднимаю себя. And also when we're experiencing this difficulty with no result, it also may mean that we're still staying within our limitations. Есть еще причина. Если мы испытываем сложности, все равно продолжаем, нет никакого результата. Значит, мы как бы барахтаемся в своих собственных ограничениях. That's also why I say, you know, don't just keep doing the same because it may not be enough. Поэтому я вам говорил, что не продолжайте просто делать то же самое, потому что этого может быть недостаточно. Maybe you're staying within your limitations. Может быть, вы не можете выбраться за пределы своих ограничений. This representing like my world of limitations. Эта вот картина представляет мой мир. Мир мой ограничен. This is the realm of my limit. Within my limitations. Мои ограничения. Which means I can do things in here, but I can't do things out of there. То есть я уже создал для себя такой образ, что вот это вот я могу делать. Но по-другому я не могу поступить. Right, so within here, this is my ability. У меня есть мои способности. This is my knowledge. Есть мои знания. This is where things are secure, comfortable. Я чувствую себя в этом достаточно безопасно, мне удобно. I know about all this stuff. Вот это вот то, что я уже знаю. Also, I have self-confidence here. И тоже в этой сфере у меня есть уверенность в себе. I know how to do this. Я знаю, как все это проделать. I know that this works. Я знаю, что это работает. This is okay. No problem. I love confidence. Мне хочется быть уверенным. И вот в этом я себя уверенным чувствую, поэтому проблемы не должно быть. But often what happens is it becomes just confidence in yourself. То есть это, с одной стороны, нормально, но часто это просто переходит в самоуверенность, то есть уверенность в себе только. In my ability, in
my knowledge. Я иду за счет своих способностей, я ухожу за счет своих знаний. And you feel good there, you feel very safe there. Это тебя хранит, ты чувствуешь безопасно. But you don't find God there. Может быть, Бог вовсе не там существует. Or you only find a little bit of God, but now is the time to find more. Или до какой-то степени ты в этом Бога испытываешь, но наступает момент, когда Бог хочет, чтобы ты почувствовал Его больше. Now maybe it wasn't always like this, of course. Может быть, всегда вот ты в этом жил. Or maybe the realm of your limitation used to be here. Сначала твоя ограниченность вот в эту сферу укладывалась. But hopefully you're growing. Но есть надежда, что мы растем. So this used to be difficult for you, but now it's no problem. Поэтому до этого у меня были здесь ограничения, то есть да, здесь я был ограничен, это было сложно, а теперь уже это для меня не сложно. And this used to be enough to break through. И вот этого мне хватало для того, чтобы прорываться. But now it doesn't work. А сейчас уже не помогает. Why? Почему? Because now you should go beyond your limitations. You should grow. Поэтому, потому что нужно расти и превозмогать свои ограничения при этом. This is a natural process. Это естественный процесс. Like I said, like in the beginning of fundraising, just talking to somebody, this was difficult, right? Я вам приводил пример, что в начале, когда только And maybe that was enough to inspire a spiritual world for a result to come. But after a while, it's not enough anymore, right? Maybe to fundraise a long time was a lot. Или, может быть, раньше для тебя было сложно долгое время продолжать собирать пожертвования. That was difficult for you. And then through that you could make result. Но ты продолжаешь, и к тебе приходит результат. Or maybe going to a certain place. Или у тебя были проблемы с какими-то местами. Or talking to certain people. Или с какими-то людьми было сложно говорить. That used to be difficult. Обычно это было сложно. And when you did like that. Но ты все равно преодолевал. Result would come. Результат приходил. But now it's not enough. А теперь уже и так не получается. You're growing up. Потому что ты растешь. Spirit world expects you to do more than that. И духовный мир ожидает, что ты будешь делать больше, чем раньше. To bring victory. Чтобы одержать победу. So we have to go beyond our limitations. Поэтому надо превозмочь наши ограничения. So listen to me. This is the world beyond. Beyond limitations. Вот этот мир вне моих ограничений. This is the world of the unknown. Мир для меня непознанный. I don't know what will happen there. Я не знаю, что там происходит. I don't know how people will respond. Я не знаю, как люди откликнутся. I don't know what result I can make. Я не знаю, какие результаты у меня будут. I don't see how it's going to work. Я не представляю, как будет получаться. Even you could say this is the realm of no content. То есть это сфера вне моих концепций, вне моего понимания. Because I've never been there. Потому что я никогда не пробовал так. I don't know what it looks like. Я не знаю, как. I don't know what happens there. Я не знаю, что там случается. But that's where we should go. Но именно туда я должен идти. Within the realm of your limitations, you work based on self-confidence, which means faith in you. В сфере моих ограничений я полагался на уверенность в себе. То есть у меня была вера, но это вера в себя самого. But we need to go into the realm of faith in God. Мне нужно переходить на уровень веры в Бога. So in this realm of no concept in place beyond your limitations, that's where you have to use your faith in God. Как раз когда у тебя свое личное понимание отсутствует, и когда ты преодолеваешь свои ограничения и не знаешь, что случится. Единственное, о чем можно думать, на что
что можно полагаться, это на веру в Бога. And I said, you'll find that's where God is waiting. Вы поймете, что Бог именно там нас ждет. It's exactly the same as what Reverend Mito was talking about in giving love more than you receive. Это в точности тот же принцип, о котором говорил мистер Нита. Как мы должны отдавать любовь, когда я отдаю больше, чем я получаю. Okay, I had this much, and I gave this much, and now I'm finished. У меня было вот столько, я все это отдал, больше ничего нету. But you have not indemnified anything, you have not met God. Но если я так поступаю, то я ничего не искупляю, Бог не встречаю. So when you go beyond that limitation, you try to give one more. А потом я иду, превозмогая себя, и пытаюсь отдать больше. That's where you find God. Там встречаю Бога. In giving love, that's where God can give love through you. В этом состоянии Бог может через меня любить. In this kind of situation, it's going beyond your limitation, and then you pay enmity, and you find God. Как раз такая ситуация. Я превозмогаю свои ограничения, и я полагаюсь на Бога, я встречаю при этом Бога. And God can work through you. И при этом Бог имеет возможность через меня работать. So this is very secure and comfortable, basically. И, конечно, вот здесь вот очень удобно и комфортабельно в основном. This is fearful. А вот идти в эту сферу страшно. If you think about it. Если задуматься. I have no idea what's going to happen there. Я рискую, непонятно, что произойдет там. Could be total failure. Может быть, полная неудача, полный провал. But anyway, here I'm failing. So anyway, nothing to lose, right? Если я уже здесь стал проваливаться, если уже этого недостаточно, поэтому все равно нечего терять. I'm already failing, so anyway, I should try. Уже неудача, поэтому нужно попытаться что-то новое. So you have to see, okay, where's your limitation you have not gone beyond yet? Поэтому, пожалуйста, подумайте, на чем основаны ваши ограничения, в чем те ограничения, которые вы еще не смогли превозмочь. In fundraising it can be relatively easy. И при сборе средств это может быть достаточно просто понять. Because still fundraising is very external activity. Потому что все-таки сбор пожертвований достаточно внешняя деятельность. So there can be many external ways still. Поэтому очень много можно внешних путей придумать. Beyond your limitations. Чтобы преодолеть свои ограничения. So, anyway, many times you can do like this. Go where you have no, completely no idea, no concept. Много раз можно так поступать. Делать что-то, что не подвластно вашему пониманию, разбивать свои концепции. Sometimes it involves the area where you go. Иногда это связано с местом, куда мне идти. I have no idea where it is, what's there. То есть я получаю какое-то место, и я не представляю, что там меня ждет, я вообще не знаю, you что come там to the, произойдет. You come to the metro station where Edwin sent you. Приезжаешь на станцию метро, куда сказал Эдвин. And you pick a direction that you've never gone before. И выходишь, ты там не был никогда. No one has gone before. И вообще там никто никогда не был. Or you try to find that street, you know, that you've never even seen before. Эту улицу, раньше я никогда даже не видел. You just come out of the metro, maybe, and you just blindly run for about 20 minutes and then start wherever you are. Вышел из метро и просто слепо бежишь 20 минут, а потом начинаешь. And then hopefully you can find your way home. Есть надежда, что не заблудишься, домой придешь. But don't worry. Опять же, не беспокойтесь. There are many metro stations. Есть много станций. No. Don't worry. Нет, не беспокойтесь. You've entered the realm where God is working. Потому что вы вошли в сферу владычества Бога, там, где Бог работает. Have faith. Храните веру. God will take care of it. И Бог позаботится обо всем. Yeah, I remember some extreme experiences like this. Я помню крайние случаи. Подобного рода. I came with another brother and sister to one town. Я приехал с братом и сестрой в город один. And I have no idea where to go. Мы вообще не знали, куда нам податься. I found some small metro. Я нашел маленькое метро. And I just chose this station. That looks like a nice name. I'll go there. Мне понравилось имя этой станции метро, и я ее выбрал. And I came there in the morning. Приехал туда утром. And came out of the metro. Вышел из метро. There's nothing here. Там ничего не было. And I have to understand where we were. Я понял, что там, где мы были, we could not fundraise houses or flats at all.
Мы вообще не могли заходить в дома или квартиры. Too dangerous. Слишком опасно. So you can only fundraise some, you know, public place. То есть только в каком-то общественном месте можно собирать пожертвования. It's office or restaurant or shop. В ресторан или в магазин или в офисы. But here were just some small houses. А в этом месте были только небольшие домишки. Some are burned down. Некоторые сгоревшие. Exciting. Where am I going to fundraise? Completely just faith. I just started running around looking for something. And God found places for me, brought me places. Amazing, I found some building. Outside looks just like some maybe warehouse. You know, where you keep things, storage place. Внешне выглядел как какой-то сарай просто, кладовка. But inside they had made some big ярмарк. Но внутри организовали ярмарку. It's three floors. На трех этажах. Nice. And this kind of, you know, this is like a, you guys don't have shopping plaza. Anyway, you know, like kind of like Irish house over there. It's подобное ирландскому дому. Selling these kind of, this standard stuff. Такого уровня там продавались товары. In the middle of nowhere, фактически пустыня, посреди пустыни. And nobody had been there before. И никто там никогда не фандрейзил раньше. Now I think you guys can understand. Поэтому я думаю, что вы можете понять. Fundraising in Moscow is similar to fundraising in New York. Фандрейзинг в Москве похоже на фандрейзинг в Нью-Йорке. Everybody has been everywhere. Все везде были. Today. Уже сегодня были. 10 minutes before you. За 10 минут до вас. In other parts of the country, you know, they complain, you people were here last month. В другой части страны жалуются, что уже мне приходили, ко мне приходили в прошлом месяце. Here they complain, you know, you were here 2 minutes ago, right? А в большом городе говорят, но ведь 2 минуты назад уже ко мне обращались. No, different. Я говорю, нет, другой обращался. So define some place that no one has been before. This is absolutely a gift from God. И найти место, где никто никогда не собирал пожертвования, это значит обрести благословение Бога. There's no other way it's possible. То есть без Бога это невозможно сделать. Anyway, I kept looking around for other places too. Я продолжал искать вокруг разные места. I started at 10, I'm supposed to finish at 9 o'clock. Мы начинали в 10, мне нужно было в 9 закончить вечер. But then it became like about 8 or 8:30. И 8:30. And I realized, я понял. It's nighttime. Уже вечер. It's a dangerous place. Место опасное. And actually, I have no idea where I am. Я не представляю себе, где я нахожусь. I have no idea how to find this metro. Не имею понятия, как в метро этому вернуться. Because I ran around so many different directions. Потому что я просто бегал вокруг и искал. You know, it was 10 o'clock in the morning. Это время 10 часов утра. That was a long time ago. Давно. I don't know. Поэтому я уже не помню, куда я бежал. So I had a choice. No, я был выбор. I could just stop now and try to find the metro, or остановлюсь и буду искать метро. Just keep fundraising. Или буду продолжать сбор средств. I know I didn't reach my goal. Я знал, что до цели еще не дошел. I know that I still had another 30 minutes to fundraise. И впереди еще полчаса есть время для сбора пожертвований. I determined I would stop at 9 and go back. Потому что раньше уже я принял решение до 9. До 9 будет фандрейс, потом поеду обратно. Okay. Anyway, I don't know where to go. Хорошо. Все равно что не знаю, да? So, no point in looking anyway. Поэтому какая разница? Might as well just keep fundraising. Буду продолжать свой средств. So I kept fundraising. Я продолжал. And then I came out of one bar. Я вышел из бара одного. Saw my watch. Смотрел часы. Now it's 9 o'clock. Было 9. And where am I? А где я нахожусь? I'm in exactly the same place I was 10 o'clock in the morning. Оказалось, что я вышел в то же самое место, где был в 10 утра. And across the street is the metro. Метро было передо мной.
все здоровы. Thank you, Father. Спасибо, Небесный Отец. There are a few times I've done like this. Несколько раз подобные вещи со мной случились. I didn't know where I was going. I didn't know what I would happen. Я шел, не знал, I didn't know how to come home. Что случится, не знаю, когда выберусь, не знаю. But I just kept fulfilling my responsibility. Но я просто исполнял свою ответственность. God fulfilled His responsibility. Бог исполнял свою. So this kind of thing you have to do. Нам нужно практиковать подобное. Sometimes it's you know, maybe you already challenged every place. Иногда может быть так, что вы уже везде попробовали. So maybe you have to start to challenge what you're saying. Иногда нужно пробовать делать то, что вы говорите. You know, maybe usually after someone said no 5 times, you would finish. If someone said no 5 times, you would. Если вам говорят нет 5 раз, то вы заканчиваете раньше. So maybe now you should wait until they say no 15 times. Теперь, может быть, вам нужно попробовать ждать, пока тебе скажут 15 раз нет. Or maybe you only said this much, but now you should say more. Или, может быть, раньше вот вы такое объяснение давали, теперь нужно больше объяснять. Maybe you said a lot, so maybe you should say something more extreme. Или, может быть, вы говорили достаточно много, а теперь нужно говорить что-то более экстремальное. Start talking about God and true parents and the kingdom of heaven on earth. Может быть, напрямую нужно говорить о Боге, истинных родителях и о небесном царстве на земле. Sometimes it doesn't matter, they don't listen to you anyway, right? Hi, I'm fundraising for the Communist Party. We want to start a revolution. Of course, this joke only works in English. What's that? You guys are having a party? Well, sure, I'll support any party. Does it work? No. Party means, you know, drinking. Человек просто понимает, что это вечеринка. На английском слово партия и слово вечеринка тоже имеет произношение. Поэтому ты говоришь о скорости своей партии, человек тебя понимает, что ты для своей вечеринки собираешь деньги. Он тебе жертвует, говорит, ну хорошо, веселись, я сам люблю выпить. I know one crazy English brother. He was always doing things like this. Я знаю одного сумасшедшего английского брата, он подобные вещи постоянно делал. And he said he determined one week he's going to say this is for the, you know, I'm fundraising for Reverend Samuel Moon, Lord of the Second Coming. Одну неделю он решил абсолютно всем будет говорить всю неделю, что я собираю средства для преподобного Самуэля Муна, который является Господом Второго Пришествия. And you know this is in New York where everybody knows. Father's name. Everybody knows. А в Нью-Йорке, там где все знают имя отца, это сложно. So he received so much persecution. Поэтому он получал огромные преследования. For a few days, no result. Несколько дней возвращался без результата. So much rejection. То есть одни преследования получал, отвержение, никакого результата, возвращался. Then I think somewhere on the fourth day, you can do this. You can do this for 7 days. Fourth day. Он начал 7 дней делать. На 4-й день. Sitting in the McDonald's and he was just crying. Он сидел в Макдональдсе и плакал. Because it was just so hard, so painful. Потому что было очень больно и очень тяжко. And he started to think, maybe I can't keep going. И он стал думать, что может быть прекратить, может быть невозможно уже больше. Then he said, while he was sitting there and he was praying. И пока он там сидел, молился. He saw Хёджин sitting in front of him. Он увидел, что перед ним сидит Хёджин. He saw a vision of Хёджин. Хёджин was also crying. И Хёджин тоже плакал. Хёджин said, "Don't give up, please keep going." И Хёджин ему сказал, что ты не сдавайся, пожалуйста, продолжай вперед идти. So then he determined. И у него появилась новая решимость. He kept going. И он стал продолжать. And that day he started to make results. С этого дня у него стали появляться результаты. And the next 3 days after that became more and more and more. И следующие 3 дня становился результат больше, больше и больше. So of course this is serious. Challenge, and he only did this for 1 week. Конечно, это сильный вызов, но только неделю. But this was to do something, to overcome something internally.
Но он делал это сознательно для того, чтобы что-то внутреннее преодолеть. He could break through something internal. Чтобы что-то в себе разрешить через это. So he had to go to that place, that kind of place. Поэтому нужно идти вот таким образом, преодолевая ограничения. Internal or external place. И внутреннее, и внешнее. Going beyond your limitations, and that's where you find victory. Выходить за пределы своих ограничений и там находить победу, там ждать победы. So definitely, if you see the things you were doing before are not bringing result, then that's telling you something. Поэтому определенно, если вы продолжаете поступать как раньше, но это не приносит победы, не приносит результата, значит, вам говорится, делай что-то другое. In one sense, it's telling you something good, you know. С одной стороны, это хорошо. If this kind of situation. Если такая ситуация, it's telling you you grew up, то вам говорится, ты уже вырос. Therefore, God expects more. Поэтому Бог от тебя ожидает большего теперь. So this is the blessing and curse of growing up. То есть это, с одной стороны, благословение, с другой стороны, очень тяжко. It's good when you grow up and come closer to God, but then God always asks something. То есть хорошо вырасти и приблизиться к Богу, а тяжело, потому что Бог тебя попросит сделать больше. But no problem. Но we, не сдавайтесь. We don't like to do that for God. Мы хотим все сделать ради Бога. Наш дорогой Небесный Отец, Отец, мы очень благодарны Тебе за то, что Ты продолжаешь учить нас, Отец. Ты даешь нам постоянное вдохновение, постоянное руководство, потому что Ты видишь нас, своих детей, Отец, и Ты надеешься, что мы сможем учиться быстро, что мы сможем брать на себя ответственность, Отец, и становиться ближе и ближе к Тебе, уходить от сатаны для того, чтобы исполнять Твою волю, Отец, чтобы реально создавать мир добра, чтобы реально создавать на земле Царство Небесное, чтобы уводить Твоих детей от владычества сатаны. Отец, мы действительно хотим ценить то, что мы делаем, потому что в будущем у людей не будет возможности идти таким путем формулы. Отче, по мере того, как мир будет установлен, не будет у людей возможности идти и собирать пожертвования или свидетельствовать. Но через это мы можем очень хорошо понять Твое сердце, Отец. Мы можем идти тем же путем, который прошли истинные родители. Поэтому те часы, которые мы посвящаем работе на передовой, Отец, самые лучшие, самые драгоценные часы, которые закладывают фундамент всей нашей будущей жизни. Отец, мы понимаем, что опыт, который приобретаем сейчас, это бесценный опыт для нас. Поэтому мы хотим полностью себя сделать объектом перед Тобой, Отец. Мы хотим идти, иметь чистую мотивацию, что мы делаем это все не для себя, но думая о Тебе и думая об истинных родителях. Отец, мы делаем это все ради спасения этого города, ради спасения Москвы, которая всегда была оплотом сатаны, Отец. Мы хотим этот город восстановить и восстановить тех людей, которые в нем живут. Отец, у нас на этой неделе будет 3 последних дня свидетельствования в этом году. Очень ценных дня, когда весь год завершается. Мистер Мита просил нас сделать такое красивое приношение, Отец. Красивое приношение Тебе, и для этого нам нужно основание. Поэтому мы хотим очень внимательными быть, Отец. Потому что в конце года всегда Ты хочешь дать благословение, но сатана хочет вторгнуться и все забрать, все отобрать. Мы не хотим позволять сатане вторгаться. Поэтому, Отец, мы пойдем, мы очень хотим, чтобы Ты доверял нам, что мы будем верными, Отец, и преданными, и не позволим сатане разрушать нашу решимость, Отец. Всегда будем раскаиваться и продолжать идти вперед, думая о Тебе, Отец, и о Твоем сердце. Небесный Отче, пожалуйста, будь вместе с нами сегодняшний день. Мы благодарны Тебе, приносим наше сердце и нашу молитву во имя истинных родителей. Аминь. Was there a question? Did you have a question? When I begin to see that if I have no results, it seems that
I have, for example, I have this goal to be 100%, to have 100% percent faith in God today. Yeah, and after 3 hours, I have no results. If I begin to think that I have no results, it means that some condition are not fulfilled. In this case, where is my faith? Still, faith in God, because God is only working based on your condition anyway. So the idea is that my condition is not enough. Anyway, God cannot work. The point is, I'm doing. You have faith in God means you do like this. I do something. Even I don't know. I cannot see how this is going to bring me result. I cannot see how by my doing this result is going to come. But I know that this is self-denial. I know that this is according to principle. I know that this is what God would want me to do. So therefore I do this out of my faith in God. See, when it's faith in yourself means I've done this before and it worked. I did like this and it worked. And if I do this much, it'll work. But here you have to go to where, I don't know if this will work. I know it's principle, but I've never experienced this. I have no experience like this. But I should do like this out of my faith in God. То есть вопрос был такой, что если у меня цель иметь абсолютную веру в Бога на 100%, я с этой целью вкладываю в себя 2 часа, у меня нет никакого результата, я начинаю думать, что моего вложения недостаточно, то что это значит? То есть продолжаю ли я верить в Бога, или я уже начинаю думать о себе, продолжаю верить в себя? И ответ такой, что все равно твоя вера должна быть в Бога. То есть что если я верю в себя, значит, что вот я привык делать определенным образом поступать. И всегда срабатывало, сейчас я продолжаю так же поступать, не срабатывает. Но если я хочу просто поступать по принципу, я не знаю, сработает, не сработает, то есть это как неизведанная для меня сфера, я просто продолжаю полагаться на Бога, продолжаю полагаться на принцип и делаю. При этом вот вера в Бога, что Бог должен свою ответственность исполнить, если я свою ответственность исполняю. Faith in God is not just waiting. Потому что вера в Бога — это не просто ждать. I believe you're going to do it, God, okay. Что я верю, что Бог сработает. But on the basis of my condition, then God will work. Но я продолжаю прикладывать усилия, тогда, основываясь на моих условиях, Бог будет работать. In general, keeping faith means you keep this hope that it will work. Not expecting something to come, but anyway, I know that it's possible. Сохранять веру в Бога — это не значит ожидать, что что-то вот обязательно получится. Но это значит сохранять надежду, что, по крайней мере, возможно, если я буду продолжать все правильно делать, то, возможно, мою цель выполнена, возможно, что получится. Если я начинаю думать, что невозможно, тогда я начинаю терять веру. Но пока я думаю, что возможно, даже если нет результата, все равно я продолжаю иметь надежду, что возможно каким-то образом. Значит, вера моя сохраняется. Any other questions? Есть еще вопросы? Okay, let's have a listen.